Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать туалет и ванну в вашем доме в Minecraft Pocket Edition. Ну, сейчас вы можете у меня наблюдать, здесь у меня построен унитаз, вот так он будет примерно выглядеть, ну, его можно улучшить, доработать, но я додумался только сделать так. Можно здесь посидеть, о чем-нибудь подумать и его закрыть, и идти дальше. А дальше у нас уже идет ванна. Ну, ванну можно обустроить несколько раз, несколько видов будет вот с водичкой. Или можно сделать вот так. Или, может быть, даже сверху. Но сверху, как видите, она что-то начинает растекаться. Ну, так, сейчас я уберу до конца воду. Ну, для того, чтобы построить унитаз, нам понадобится полублок, люк и целый блок кварца. Сначала ставим блок кварца, потом берем полублок, ставим наверх и ставим еще один полублок. И наверх полублок ставим люк. После чего у нас получается унитаз, который также будет работать, как и тот. А для ванны нам уже понадобится кварцевая ступенька. Ставим, допустим, так, ее можно делать разных размеров. Вы можете сделать очень большой, можете сделать несколько видов, как я вам показывал. И внутри мы делаем тоже из кварца, и сверху еще полублоки ставим. И здесь окружаем стенкой, чтобы все выглядело очень красиво. А если мы сделаем без стенки, то это будет выглядеть как-то... Ну, кто же делает дом без стенки? Я не знаю таких людей. Наверное, только нубы. Хотя их и даже нубы, наверное, начнут нормально делать. Так... Что-то я тут неправильно сделал, туалет должен быть отдельно. Что же могу сказать? Вот такой интерьер. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.